привезли нам, короче, новый гирокомпас. Стоит он 15 тысяч евро. Располагается он в ЦПУ, как ни странно, на этом судне. Короче, много работы для ребят. Через 4 часа сделают. Yeah, because after that I cannot see inside. When you install, you close, I already cannot see the gyrosphere. Yeah, it's looking, huh? Like this, or? Yeah, I make a video. I think it's the more expensive, yeah? Gyrosphere in gyro compass, huh? No, same as on the one gyro, because this gyrosphere I made for a gyro, they named standard 6, standard 6, 12 and 14, kind of 18, 20, 22 have the same one. Okay. А вот наш старый гирокомпас, ему уже больше 10 лет. Служил свое. Также на гиросферу есть сертификат. Вот так он выглядит. Кому интересно. Testing water. It is testing, but that's already not testing, yeah? Around here is a chamber for testing water. Okay. Специальная вода заливается. Сейчас будем тестировать. Гиросфера должна находиться в жидкости полностью. Ее должно быть достаточно всегда. Гирокомпас, кстати говоря, немецкого производства, очень качественный. Думаю, прослужит еще лет 15. Думаю, судно сгниет быстрее.
now it's lifting. Okay, it's working, yeah? Gyrosphere is moving. Yeah, the pump is lifting it. Ah, yeah, lifting, yeah. It's mean everything is okay, yeah? Yeah. This part. Yeah, Germany production. Not possible another way. Now only remains to connect all cables, yeah? Cables. Yeah. You know it? I have no idea how long time it takes. But it will 3 hours more maybe, yeah? Maybe 3 hours more. At least. At least, yeah. Great temperature. What? This is like 22.9 degrees Celsius inside. Ага, окей. Вот так сейчас у нас выглядит мостик. Ребята, в общем, разделились. Один на мосту ковыряется. Вот. Другой там. Все вот разобрано. Первое время они, в общем, искали, что куда, откуда. Потому что вот на каждых судах расположение всех проводов по-разному. Вот, соответственно, нужно сначала с этим моментом определиться, а потом уже они приступают к установке, к соединению всех элементов. Вот. Ну, это будет у нас новый автопайлот стоять. Вот это сам этот дисплей. Вот, уже более продвинутый. Кнопок минимум, я смотрю. Совсем. Pilot Star NX. Так он выглядит. Ну что, уже время другое, все сводится к минимуму и простоте использования. Ребята едят, хочу еще пару слов сказать. То, что у нас, допустим, автопайлот, да, он в принципе все с ним нормально, он работает, но так как он выпускался очень давно вместе с этим гирокомпасом, соответственно, новый не может с ним никак работать, поэтому получается, что не дешевая такая вот система уйдет, не знаю куда, ну, наверное, со временем в мусорный бак. А цены на них, если реально новые, то очень дорого. Я говорю, что цена вот нашего гирокомпаса с доставкой 15 000 евро. Вот, соответственно. Также пообщался с ребятами, есть гирокомпасы, которые достигают аж 40 000 евро. Но там бессервисный как бы срок получается службы. То есть здесь, допустим, на старом мы каждый год сервис проводили. То есть они сделали, поставили и все, на 15 лет. Вот, как бы цена имеет значение. Наконец-то нам сделали гирокомпас, поставили новый автопайлот. Вот, ребята проделали эту работу за 15 часов. Не в 19 начали и в 10 утра только закончили. Всю ночь я с ними простоял. Вот. И такой сейчас прекрасный у нас автопайлот стоит. Вообще рулит четко. У меня выставлено сейчас 147 градусов. И вот он держит до десятых прямо. Так, сейчас немножко на 3 градуса влево возьму. Что, отвечал? Берем на 143. Подтверждаем. Ребята, тут мыть пришли, пароход отвлекают. Вот, все, он выходит. 143. Просто идеальная работа. Лучше, чем ручное управление. Также новая картушка установлена. Вот. Ну и репитер навигационного стола.
Ну теперь мы будем кайфовать. Не будет нас напрягать, да, это все дело. Хороший, четкий компас должен быть на судне в любом случае. Поэтому желаю вам, чтобы такого не случалось, не ломались гирокомпасы, работали хорошо. Надеюсь, было видео полезно. Вы узнали, как выглядит гиросфера. Вот. Ну и примерный, да, объем работы, который нужен, чтобы это дело все поменять. Я впервые встречаюсь с этим, поэтому для меня это тоже как бы новшество. Ну, какой-никакой опыт теперь есть. Все, всем пока.